Вот, поврежденная дверка. Равон. Передняя правая дверь. Будем ее разбирать и снимать. Я сниму видео, как разбирается дверка на этой машинке и как снимается. Так это выглядит изнутри. Начнем, конечно же, разбирать. Снимаем вот эту часть. Снимаем здесь. Потом смотрим, где у нас снимается. Здесь, скорее всего, снимается вот эта ручка, потому что здесь прям чувствуется зазорчик. Вот. Ну и смотрим, где какие у нас заглушки стоят. Вот заглушка стоит. Я как бы первый раз ощупываем. Здесь под низом ничего нету, поэтому смотрим по заглушкам. Заглушка раз, заглушка два, вот. И вот она заглушка. Но это скорее всего под стеклоподъемник. И вот она. Ну, начинаем сверху. Вот это заглушечки, вот такие вот. Два выступа. Они соответствуют вот этим клипсочкам. Дальше у нас электроразъем привода зеркал. Тоже вот она кнопочка. Нажимаем и разъединяем. Вот таким образом. Дальше можно снять зеркало, чтобы оно не мешалось. Вот. Тоже вот здесь есть такой шип. Берем его аккуратно, отсоединяем. Здесь вот на дверке вот для него место. Он сюда тоже плотно защелкивается. Вот эта часть у нас уже разобрана. Поехали. Снимаем вот эту обшивочку. Снимается она таким порядком. Здесь одна защелка, здесь вторая, вот третья, четвертая, и здесь вставка. Вот такой выступ. То есть принцип, она снимается вот так и на себя. Вот такие здесь выступы. Здесь вот они, шипы от веточки. Вот он один. Снизу вон он второй. Здесь все сняли, поехали снимать дальше. Ручку, она вот так вот тут шевелится немножко. Смотрим дальше. Здесь вот он один паз верхней части, и вот он второй, явно под отвертку. Ну, уже по опыту скажу, скорее всего надо снимать вот отсюда и потом вот с этих пазов выщелкивать. Поехали. Потихоньку, полегоньку поддеваем. Видим, вот они пазики, защелочки маленькие, раз, два, и вот так потихоньку отводим, и она отщелкивается у нас. Ну, как сниму, так покажу полностью. Никаких проблем нету. Вот смотрим, так она стояла. Вот здесь направляющая, примерно вот в этом месте первый паз, потом через 5 сантиметров второй, через 5 сантиметров третий. И вот здесь в верхней части четвертый. Точно так же здесь с этой стороны. Вот пазы, вот, вот защелочки. Снимается легко и просто, так что думаю, что сломать трудно. Вот здесь самогрыз один, самогрыз второй виден. Поехали дальше. Как я уже говорил, вот два места, где вот такие вот маленькие черненькие саморезы. Берем отверточку и выкручиваем. Вот они. Отверточка намагниченная, он легко оттуда достается. Вот здесь обшарил все я по периметру, ничего такого не нашел. То есть ни винтов, ни шурупа. Вот здесь единственное, в этом месте есть место. Я потом покажу, такая как прорезь. За нее, по идее, за низ вот и начнем мы снимать обшивку двери. То есть сначала низ вот так снимем, и потом выше, выше и выше, и сниматься она будет вот так у нас вверх и вбок, скорее всего. Машинка новая, поэтому за этот выступ не удалось мне, не хватило силы руками, поэтому вставляем вот такой пластиковый, есть у меня китайский специально обученный съемник, и вот таким образом потихоньку ее шевелим. И она
Это обшивочка. Вот вообще вид, я ее все клипсочки снизу вверх отщелкнул, и вынимается она просто вот так вверх. Здесь у нас шлейф. Ну вот все это тоже просто отсоединяется. Нажимаем на выступ, и этот шлейф выходит. Вот он, выступ, он находится снизу. На него нажимаем, вот она, защелочка. И вот так дверь, клипсочки все целые, живые. Вот так мы добрались. Ну, здесь что у нас? Теперь у нас музыка. Опять же, вот он, выступ виден. Снимается. И здесь наклеена специальная пленочка. Наклей. Вот она, пленочка у нас. Тут какая-то клейкая основа, но по типу как двухсторонний скотч. Вот мы видим, такие полосочки клея отходят. Она наклеена. В основном, конечно, часто сталкиваться приходилось, когда здесь по контуру намазан такой герметик или мастика. Вот, резиновая такая, резиново-пластилиновая. Вот, ну, кто как, вы меня поняли, о чем я говорю. И вот так потихоньку, дабы не повредить, все это снимается. Вот так. Разъемы сняты эти. Значит, что у нас остается? Вот у нас есть такая гофра здесь в двери. Вот она. И ограничитель открывания дверей. Чтобы снять дверь, надо здесь отсоединить. Посмотрим. Если все будет удачно, то здесь может быть будет электроразъем. Но, скорее всего, я думаю, что его вряд ли тут будет. Ну, надо проверить. С этой стороны двери, если мы смотрим, ничего нет, голые провода. Записочка, значит, вот он, динамик. Отсоединяется легко и просто нажатием на вот этот выступ. Вот он. Дальше, что мы видим? Значит, 4 винтика крепит у нас динамик. И также на 4 винтиках, на 4 самогрызах, извиняюсь, даже на 3. Черные 3 саморезика крепится так называемый подиум динамика. Прежде чем лезть туда, надо, скорее всего, вот будет чуть раскрыть дверь, потому что неудобный доступ туда. И будем посмотреть. Ну, как мы видим, здесь особо электроразъемов нету. Поэтому на крайний случай придется вынимать всю электропроводку туда на улицу наружу, а потом уже снимать дверь. Ну, это будет, как говорится, видно. Время покажет. Динамик. Значит, вот раз, два и три. Три отверстия. Вот под них такие пластиковые пистончики стоят, ответочки. Вот. Ну и теперь что? Дальше что? Откручиваем ограничитель двери и смотрим, есть ли там электроразъем и как с этим воевать дальше. Растягивать долго видео, значит, что? Оказалось, все-таки вот там разъем есть. Вон он, штыречек синенький. Вот он виден. Вот, его отдавливаешь, и снимается электроразъем. Ну и опускаем стекло вниз. Вот он один шурупчик, вот он второй. Снимаем вот эти обечайки, но это все просто. Все это снимается, вынимается стекло, ну и можно снимать дверь. Вот. Двери здесь вот на болтушочках. Они, слава богу, я уже узнавал, самоцентрующиеся. Так что снять и поставить дверь никаких затруднений не будет. Ну вот и все, пожалуй. Больше нечего снимать. Все это как бы легко и просто. Но опять же, лучше один раз увидеть, чем, как говорится, 10 раз услышать. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Вот так вот разбирается дверка. Ну вот молдинг еще. Тут он здесь снимается легко. Здесь вот одно место. Крепится снутри вот таким вот саморезиком. Ну вот и все. Всем пока-пока. Маленькое спасибо. Уточнение по снятию двери. Вот эта красота отщелкивается в 4 местах. Очень там неудобно. И потом здесь вот
есть такая защелка маленькая, отщелкивается вот эта задняя часть. Вынимается полностью вот таким образом. Ну что, теперь можно приступать уже к ремонту двери непосредственно. Ну тут вот видно кое-что, но об этом уже, как говорится, другое кино будет.